Дональд Трамп вновь потребовал отменить выборы 2020 года. Экс-глава Белого дома опубликовал пост соответствующего содержания в своей собственной социальной сети Truth. По состоянию на понедельник этот пост лайкнули почти 80 тысяч человек. Свыше 10 тысяч его прокомментировали и еще 23 тысячи перепостили. Truth – это, собственно, проект бывшего президента. Интернет-платформа появилась вскоре после того, как Twitter ввел пожизненный бан Трампа после событий 6 января в Вашингтонском Капитолии. Весомая часть пользователей этой соцсети – это сторонники бывшего американского лидера. Итак, вот разоблачение массового и широкого распространенного мошенничества и обмана, произошедшего в тесном сотрудничестве с крупными технологическими компаниями, DNC и Демократической партией. Отменят ли теперь результаты президентских выборов 2020 года и объявят ли законного победителя? Или у вас есть новые выборы? Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет отменить все правила, подзаконные акты и статьи, даже те, которые содержатся в Конституции. Наши великие основатели не хотели и не стали бы потворствовать фальшивым и мошенническим выборам. Сообщение Трампа появилось после публикации внутренних электронных писем соцсети Twitter. Их сделал журналист Мэтт Тайби в конце прошлой недели. В первой части обнародованных материалов есть внутренняя переписка сотрудников соцсети и контрагентов. В тексте Тайби раскрываются подробности, как в 2020-м Twitter якобы с помощью разных средств пытался цензурировать те или иные твиты по запросам как демократов, так и республиканцев. Материал Тайби репостнул новый владелец платформы Илон Маск. Он также пообещал превратить платформу в площадку для развития свободы слова. Обсудим происходящее с нашим гостем. Брюс Маркс, адвокат Филадельфии, в прошлом член Сената штата Пенсильвания от Республиканской партии. Здравствуйте, Брюс. Спасибо, что присоединились. Nice to see you, Диан. Рад вас снова видеть. А заявление Трампа скорее политическое, либо все это может иметь какие-то юридические последствия? Абсолютно политическое заявление. Все, что делает Трамп, это политическое такое движение. И тем не менее, вообще можно ли сказать, что американским правом предусмотрена какая-либо процедура отмены результата выборов в случае, если судом, например, установлены нарушения при подсчете голосов, которые повлияли на конечный результат? И как в таком случае быть с законами и распоряжениями, подписанными за последние два года в Белом доме? Это абсолютно невозможно отменить или изменить результат выборов 2020 года. Есть процедуры, которые установлены в Конституции, которые говорят о том, что выборщики собираются в Вашингтоне или в своих собственных штатах, отправляют в Вашингтон, и, как мы помним, 6 января Конгресс должен был одобрить или отменить результаты выборов, и в данном случае эти выборы были подтверждены, и президент Байден стал президентом США. Так что нет никаких шансов на то, что в 2020 году результаты выборов как-то будут изменены. Честно говоря, не знаю, зачем Трамп говорит некоторые вещи, и я, честно говоря, догадываюсь, что даже Дональд Трамп не знает, почему он говорит некоторые вещи. И самое интересное, что он может говорить одно, второе, третье, а по факту Дональд Трамп сейчас оказался в заложниках у Маска, который решил начать своеобразную охоту на ведьм, и, как мы теперь понимаем, Твиттер по факту ограничивал свободу слова, и не только Твиттер, но и Фейсбук. Однако, знаете, есть люди в государстве нашем, и в том числе ФБР, которые были против того, чтобы некоторые истории из лэптопа Хантера Байдена были опубликованы, хотя там была четкая информация, что Хантер Байден получал миллионы долларов платежей из Украины, которые, естественно, никак нельзя было одобрять. И учитывая то, что отец Хантера президент, у Трампа возникают действительно неплохие вопросы касательно того, почему ФБР вмешивается и запрещает социальным сетям публиковать то, что бы то ни было. Ну вот вы уже сказали, что даже вам неизвестно, собственно, и вам тоже неизвестно, зачем Трамп делает такие заявления, предваряемый вопрос. Но как тогда можно их оценить с точки зрения политических последствий для него, при том, что он продолжает настаивать на этой истории с отменой выборов? Может ли это повредить его репутации? Yeah.
Знаете, хороший вопрос, и я считаю, что чем больше Трамп жалуется на выборы 2020 года, тем больше он отстраняет от себя республиканцев, в том числе республиканских выборщиков, и республиканцев, которых выбрали на недавних выборах промежуточных. Сейчас у республиканцев и другие заботы. Они думают о том, что будет завтра, о том, сколько будет стоить нефть, сколько будут стоить продукты. А то, что Трамп продолжает трубить во все трубы, что, мол, в 2020 году выборы у него украли, мне кажется, что... Окей, да, он найдет отклик у определенного ядра своих поддерживателей и своих сторонников. Мне кажется, сейчас, в 2022 году, американцам уже пора сделать шаг в будущее. И возвращаясь коротко, если можно, к Твиттеру, в последнее время многие оппоненты действующей власти, собственно, на Маска возлагают даже какие-то надежды. И не только на Маска, но и на документы Твиттера, которые постепенно обнародуют. Опять-таки, с юридической точки зрения, представляют ли они какую-то ценность, и если да, в чем она может заключаться? Я лично считаю, что документы, которые есть в доступе у Твиттера, могут действительно привести к большим расследованиям. Я считаю, что правительство не должно было вмешиваться в то, что делает Твиттер. И я лично считаю, что Маск большой молодец, потому что занимается тем, что он сейчас начал делать в Твиттере. Было понятно, что некоторые люди в ФБР и в правительстве против Трампа, и они использовали свою власть для того, чтобы как-то повлиять на результаты выборов. Можно также вспомнить, что происходило во время российского вмешательства в выборы 2018 года. Демократы активно пытались показать, что Россия вмешивалась в выборы 2016, хотя оказалось, что никакого взаимодействия между Трампом и российским правительством не было. И, может быть, Трамп, конечно, не совсем чист на душу в своих дебильных действиях с Россией, но никак это не повлияло на выборы. А вот то, что делал Хиллари Клинтон, вполне могло. Спасибо большое. Брюс Маркс, адвокат, в прошлом член Сената штата Пенсильвания от республиканцев, был с нами на прямой связи. Вам спасибо, Диана, и вас на Твиттере подпишусь обязательно.